На проспекте Абу-Хейрхана в районе центральной мечети сегодня днем кипела работа. Десятки людей в рабочей экипировке, техника курсирует, КАМАЗы грузятся. Неудивительно, ведь именно здесь представители ЖКХ решили рассказать и показать журналистам, что все под контролем, а к тюбинцам переживать не о чем. Уборкой и вывозом снега занимаются 11 подрядных организаций. Бригады работают в усиленном режиме. В первую очередь уделяется внимание подтопляемым районам города, это Москва и ГМЗ, а также местам с активным движением транспорта и пешеходов в центре. Погода не меняется, снег идет постоянно, но мы успеваем подготовить город к весеннему таянию снега. На Москве отвалы уже вывезены, но 13 бригад на сложных участках по-прежнему продолжают работать. К настоящему времени вывезено 200 тысяч кубометров снега, в расчистке задействовано 130 единиц техники, ежедневно утверждают коммунальщики. Однако большую активность подрядчиков замечают скорее лишь жители центральных районов города. На окраинах картина остается прежней. Большие снежные отвалы до сих пор украшают улицы в районах Курмыша, Тарвановки, Шанхая, Жилгородка. Позитивному настрою чиновников в данной ситуации можно только позавидовать, чего не скажешь о наших гражданах. Уже со следующей недели, если верить прогнозам синоптиков, температура воздуха вырастет до плюсовых отметок. И все участки, куда не добралась техника, попросту поплывут. Ирина Гуть, Алексей Уразов, программа «Факт».